Руководитель информационного центра Национального антитеррористического комитета встретился со студентами и представителями молодежных общественных организаций КОМИ. Как отметил Андрей Пржездомский, встреча с подрастающим поколением изначально не была запланирована в рамках его визита в республику. Однако в связи с последними трагическими событиями он посчитал важным встретиться именно с молодежью. Сегодня, по словам руководителя информационного центра Национального антитеррористического комитета, терроризм принимает новые формы, в том числе вовлекая в преступную деятельность подростков. Терроризм спустился на нижний возрастной этап, да? Потому что стало понятно, одурачить, оболванить, вовлечь очень просто. Потому что, ну, понятно, что дети, подростки, да и молодые люди еще не прошли каких-то этапов в жизни, они еще не сформировали, ну, иммунитета против этого. А потом доверие к информации, неспособность иногда критически осмыслить ее, приводит к тому, что в считанное время, значит, тот или иной молодой человек вдруг или девушка там оказываются вовлечены в преступную деятельность. Не доверять людям, предлагающим быстрый заработок, не отвечать на предложения от незнакомцев в социальных сетях или мессенджерах, проверять любую информацию. Вот то, что сегодня может делать каждый, чтобы не попасть под влияние преступников. Эффективная борьба с терроризмом должна быть комплексной и зависит в том числе и от подрастающего поколения. В ходе встречи молодежь КОМИ и представители общественных организаций смогли задать свои вопросы.